Старт для олимпийского чемпиона в областной столице. Начался турнир по бадминтону «Самарская осень». Соревнования традиционные, проходят уже 15-й год. Участники – представители Приволжского федерального округа и других регионов. Главная цель – найти новые таланты. Цель Влады Залевской – попасть на Олимпиаду. Бадминтону посвящает все свободное время. Тренировки два раза в день. И так 5 лет. Несмотря на юный возраст, ей 13, у спортсменки немало побед в соревнованиях высокого уровня. Открытый турнир «Самарская осень» для Влады – серьезная проверка сил перед Всероссийским в Нижнем Новгороде. Здесь она уже победила в 2 играх и вышла в 1/4. Планируете сборную России? Ну и дальше пойдет карьера тогда, если попаду в сборную. Это уже будет такая взрослая сборная. Вот, дальше будет уже крупное соревнование за границей. Пока это только, конечно, может быть мечты, но я к этому стремлюсь. Вот, уже идет какой-то результат. Так что я надеюсь, что это все будет реализованное будущее. Специалисты отмечают, Самарская область – один из лидеров по развитию бадминтона. Выходцы из региона занимают ведущие позиции в национальной сборной и успешно представляют страну на Олимпиаде. Многие из них начали свою профессиональную карьеру как раз с турнира «Самарская осень». Эти соревнования помогают нам и увидеть новых молодых маленьких спортсменов, которые подают надежды, и увидеть новое мастерство, прогнозировать лучшие наши достижения и, так сказать, развивать, дружить. Здесь практически присутствует весь Приволжский округ. И не только. В этот раз приехали гости из Санкт-Петербурга, Краснодара, Воронежа. Всего более 1000 участников. Самому младшему из них всего 8. Открытый чемпионат Самарской области проходит на протяжении 15 лет в программе «Игры в одиночных, парных и смешанных разрядах». Финальные встречи пройдут в воскресенье. Артур Коньков, Вячеслав Потоцкий, «Новости губернии».